Nissan Patrol, грубоватый неубиваемый внедорожник с великолепной проходимостью? Нет-нет, вы что-то путаете. Роскошный лайнер с нежной кожей в салоне и встроенным кинотеатром. Забудьте о старом вояке Nissan Patrol. Перед вами не сержант в окопе, а генерал на даче. Новая машина – апологет роскоши с соответствующей ценой. 2 миллиона 900 тысяч рублей стоит входной билет в эту дверь. Ну что же, давайте оценим новинку. Тем не менее, опасения по поводу полностью удаленных внедорожных желез патруля не оправдались. Когда заканчивается асфальт, машина просто превращается в танк. Не верится, что тяжелый семиместный автобус способен на вот такие чудеса на оффроде. Другой вопрос – надолго ли хватит ресурса автомобиля при такой эксплуатации? Ведь все предыдущие 6 поколений модели отличались удивительной надежностью и неприхотливостью. Думается, что фронтоватый новый патруль хоть и может жить в грязи, но не должен. На это намекает и отсутствие короткобазной версии и дизельного мотора. Намечается 60-летний юбилей Nissan Patrol, который встретит совсем иной автомобиль. Теперь его будут покупать не заядлые джиперы, охотники или натовцы, а люди в дорогих костюмах. Просто таких клиентов больше, и вероятность, что они готовы потратить почти 100 тысяч долларов на новый автомобиль, выше. В качестве эксперта мы пригласили нашего коллегу, фотографа Александра Давидюка. Человека, за последние 10 лет проехавшего не одну сотню тысяч километров в погоне за отличными кадрами по заданиям журналов и просто так, за рулем самых разнообразных внедорожников. В личном пользовании у Александра как раз Nissan Patrol предыдущего поколения. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте, Александр. Ну что, посмотрим, на что способны эти автомобили? Давайте проверим. Сразу оговоримся, что обуты наши автомобили в разную резину. На новом патруле стоят шоссейные колеса на 20-дюймовых дисках, тогда как на предыдущем более агрессивные всесезонные шины АТ на 17-х дисках. 62-й кузов ощутимо прибавил в весе и габаритах, как следствие геометрические показатели ухудшились. Казалось бы, не намного, но это как раз те сантиметры, которых вам будет не хватать на пересеченной местности. Кстати, о пересеченной местности. Для испытаний мы подобрали небольшой карьер, в который сначала нужно попробовать спуститься. У Старой Гвардии проблем с этим не возникло, несмотря на отсутствие каких бы то ни было электронных помощников. Включаем первую пониженную. И едва касаясь педали тормоза, патруль легко спускается в наш импровизированный полигон. Впрочем, молодой смене это упражнение дается не сложнее. Тем более инженеры Nissan укомплектовали новый патруль с системой спуска с холма, до предела упрощающее подобное упражнение. Со спусками понятно, скажете вы. А как у нас обстоят дела с педалью газа? Из 400-сильного табуна на разбитой ухабистой дороге вряд ли получится использовать больше сотни. Все дело в подвесках. У нового патруля, не в пример старой версии, подвески всех колес независимые и нацелены на комфорт движения, а скоростные упражнения по ухабам этому автомобилю совсем не к лицу. Своим поведением патруль напоминает огромного кита, который вальяжно переваливается с одной волны на другую, сохраняя невозмутимость. Интересно, как здесь проедет предыдущий патруль? Да, это ураган. Ветеран бездорожья демонстрирует высокую энергоемкость подвесок, а когда они не справляются, лихо отрывает колеса от земли и мягко приземляется. Находясь внутри салона, этого просто не ощущаешь. Не поймите меня неправильно, по уровню комфорта до современной версии старому Nissan Patrol далеко. Автомобиль ощутимо потряхивает, но это воспринимается естественно и гармонично. А главное, такие упражнения безболезненны для шасси предыдущего поколения. Патруль с неубиваемыми мостами спереди и сзади провоцирует на агрессивный стиль вождения, и лишь слабенький дизельный мотор в 160 лошадей разочаровывает. Эх, сюда бы бензиновую версию с 245-сильным сердцем. Теперь представим себе, что на нашем динамичном пути оказался коварный двухступенчатый подъем. Никаких проблем. На повышенной передаче и без блокировок патруль лихо забирается наверх. Теперь посмотрим на нашего новобранца. Да уж, я все понимаю. 400 лошадей, шикарный салон, 20-е диски. Но это же патруль. Дело не только в неудачных шинах. Проблема комплексная.
Габариты, вес, диски. Ну наконец-то, не прошло и года. Хорошо у нас не боевые действия и недорога каждая секунда. Тем не менее, даже здесь нужно следить за передним бампером. Повредить его не составит труда. Пока 400 бензиновых сил нового патруля пытаются отыграть минуты, потраченные на злосчастный подъем, и догнать 160 дизельных лошадей нашего старичка, мы добрались до следующей цели нашего теста. Нет-нет, никаких болот, бродов или невообразимых завалов из деревьев. Это обыкновенная дорога, каких за пределами городов большинство. Накатанная грунтовка с лужами и сухими колеями. Типичный ареал обитания Nissan Patrol, каким мы его знали раньше. А вот, кстати, наш оппонент образца 2011 года. К чести японских инженеров, он также легко справился с этой задачей. Единственная разница, новый патруль сделал это комфортнее по отношению к водителю. Но что это там впереди? Кажется, коварный спуск. Ничего страшного, легко съезжаем с крутого спуска и продолжаем движение. А если наоборот? Даже не интересно, все как-то происходит легко и буднично, поэтому мы решили усложнить программу и вернуться в наш карьер. Помните, мы здесь спускались? А теперь попробуем подняться. Поверьте, это действительно непросто. Увы, на этих колесах автомобиль беспомощно шлифует песок. Не в силах продвинуться ни на сантиметр к нашей вершине. Спустить колеса, чтобы увеличить пятно контакта и, следовательно, тягу, мы не можем, не позволяют 20-е диски. Придется признать поражение. А что же старший брат? Это уже лучше, но до вершины по-прежнему далеко. У нас, как в спорте, почти не считается, зато на этом автомобиле мы можем себе позволить спустить колеса. Что мы и делаем, пока съемочная группа делает ставки. Приготовились? Дух захватывает. В какой-то момент показалось, что ничего не получится. Особенно, когда застрекотала самоотключающаяся блокировка заднего моста. Но порода сделала свое дело, и последние пару метров, а они всегда самые сложные, патруль успешно преодолел без блокировки. Чтобы восстановить реноме младшего брата, напоследок мы решили прокатиться по полю. Вот это да! Вот где по-настоящему получаешь удовольствие от мощного двигателя нового патруля. Это на относительно ровной грунтовке. Отключенная система стабилизации позволяет лихо проходить повороты боком, а двигатель играючи вытягивает тяжелый внедорожник из любого заноса. Еще бы и шины по зацепе стиль. Запутаться в линейке силовых агрегатов теперь невозможно. Проверенный временем дизель больше не предлагаются. Бензиновый мотор 1, 400-сильная восьмерка 5,7 литра, коробка передач 7-ступенчатая автоматическая. Да, немаловажный факт – накладные расходы. На крышке бензобака скромная надпись «98 бензин». Умножаем стоимость 1 литра примерно на 25 и получаем просто адски дорогую в эксплуатации машину. Думаю, что можно лить обычный 95-й и меньше жать на гашетку. Но все равно экономичностью здесь не пахнет. Огромный автомобиль, пока его обойдешь, забудешь, о чем хотел сказать. Ах да, главный конкурент патруля – Toyota Land Cruiser 200. В России предлагается всего лишь две комплектации. Лакшери за 2 989 тысяч 900 рублей. И Лакшери Плюс, или по другим данным, ПЭК за 3 149 тысяч 900 рублей. Мне понравился Nissan Patrol, честно. Не кривя душой, автоитоги выставляет 77 баллов из 100.